Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам, крепко жму руку. В этом видео мы с вами будем распаковывать небольшую совсем посылку, вот такую. Вообще, ничего не весит посылка. Тема данной посылки у нас будет автонаклейки, различные стикеры и так далее. Что ж, сразу после заставки канала, погнали распаковывать. Итак, друзья, распаковываем автостикер для автомобиля. В данный момент на экране видите стоимость посылки в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Можете пока поизучать описание лота. Я в этот момент распаковываю посылку. Все будет очень быстро. Так. Па-бам, па-бам, па-бам. Все, внутри пусто. Так, внутри у нас вот такая вот интересная штукенция с Францией. Это у нас стикер как раз таки для автомобилей, произведенных во Франции, например, для Peugeot. Вот такая штукенция модневая кому-то достанется, тому, кто мне ее заказал. Так, ага, ну здесь такая вот липкая сторона. И все это дело пришпандоривается к автомобилю. Все здорово, дошло нормально. Я думаю, заказчика все устроит. А на всякий случай, наверное, спрошу у него, как все это дело приклеилось, как его устроило. В первом комментарии его впечатление обязательно прикреплю. Все, не затягиваем видео. Вот такая простая посылка, поэтому и так быстро все. Галопом по Европам. В этом видео у нас будет еще одна наклейка на автомобиль. Снова с Алиэкспресса. Итак, а мы с вами распаковываем очередную посылочку. Очередной стикер для автомобиля. Вот такая вот посылочка у нас. На экране в данный момент вы видите описание лота. Стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Пока вы все это рассматриваете, я уже приступил к распаковке. Это, по-моему, енот у нас будет с вами. С мягким слоем здесь вот так сделано. Вот, у меня уже был енот, который идет с распаковкой черным по белому. Здесь же у нас белым по черному. Енот будет вот такой вот он. О, вот такой. Собственно говоря, это и все. Здесь вот еще продавец нам доложил герб России на всякий случай. Так, значит, на этом я видео сворачиваю. Ничего здесь больше рассказывать не буду. В первом комментарии под видео будут впечатления заказчика. Я же не затягиваю видео. Благодарю вас за просмотр его до конца. В конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео являются международные площадки AliExpress, Tmall, Gearbest и Banggood. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Естественно, если вам видео понравилось, не забывайте поставить лайк. Если не подписаны на канал, обязательно подписываемся. Нажимаем на колокольчик. Друзья, всем удачи на дорогах. Счастливо, берегите себя.